Так, жетоны есть, да? Жетоны есть, собачки на цепях сидят. Все, кому выгулу нету? Вот смотрите, даже нигде не ходят. Все, понятно, все, спасибо. Вот так в холод и пронизывающий ветер межведомственная комиссия делает подворовой обход. На этот раз большой рейд прошел в микрорайоне Солдатский. Специалисты проверяли правила содержания собак, наличие регистрации, а также вакцины. Еще две группы отлавливали бесхозных животных. Сегодня у нас в рейд вышли 7 групп, общая численность 14 человек. Будут обойдены улицы микрорайона Солдатский, там порядка 23 улиц. Каждой группе подготовлен маршрутный лист. Для удобства местных жителей был развернут ветеринарный пункт. Тут можно было бесплатно вакцинировать питомца, а за 150 рублей зарегистрировать его и получить жетон. Подобные рейды в Улан-Удэ проводятся уже в 7-й раз. В Комитете городского хозяйства отмечают их эффективность. Данные рейды приносят огромную пользу, потому что большое количество собак мы официально зарегистрировали в ходе этих рейдов, провакцинировали, то есть предупредили распространение инфекции. Затем донесли до народа необходимость официальной регистрации и содержания собак в соответствии с законодательными требованиями. Всех безнадзорных собак группа отлова также вакцинирует, стерилизует и отпускает. Если их хозяев найдут, то гражданам предстоит заплатить штраф. За самовыгул и отсутствие регистрации животного в Бурятии предусмотрен штраф от 3 до 5 тысяч рублей. Руслан Хороших, Алексей Ромашов, Новости дня.